Одно. Он не унести. А ну все тогда. Заинсайн с тем стоит. Ласки. Неплохой. Напишите им, где он, да это сейчас зайдет в Дискорд, пускай саппорт выпустит. И даст мозбах. Крест по нему дайте, по кресту сразу. Пускай помолит. Сейчас нормально поставлю. Прямо под босса не надо залазить. Стойте, пожалуйста, на рендже от босса, что во тьме, что в свету. Это вам дает больше маневра для лезвий. У босса очень большой фрейм, в принципе. Я где-то видел. Так, прист. Вообще раньше в резке был. Знаешь, как метки работают? Что это делать с метками, что это делать на метеорах? Бафненькую, что-то каску. Дай ему. Прист, нет, нет? Прист, ты по себе-то хотя бы это. Лапайся. Дай ему столик, пускай штруделей возьмет. Ману. Тыкните. Прист, ты тут что-нибудь напиши. Да, да, он зашел в дис, я вижу его. Ну, он молчит, у него микрофон выключен. Вот. Раньше в Раске был. Вот вообще был, понимаешь, что происходит на боссе? Или вообще ноль понимали? Да ща поймет, этот сам, бери столик, бери, жри ману, пей, гулять пора, блять. 8 утра, сука, спать охота. Не, если мне объяснить, куда что. Не слышно. Не слышно нифига, в смысле не слышно. Сделать у себя громче. Звук включи, это, напишите. Прист, бери штруделя маговские, жри ману, пей и пошли. Короче, прист, когда на тебя вешается метка, выносишь барьеру и там диспелит. Под босса, под морду ни в коем случае не лезешь. На метеоре перебегаешь под пузом босса ближе к хвосту, на противоположную сторону. Нихуя не диспелишь. Вообще руки с диспела убрал. Это давайте пена, наверное, останусь. Похуй, пока посмотрим, пока потравим так. Ну, поводить ему просто и все. Да, да. Переходим за черту. Блять, препоты закончились, ебаные. Так, прист, сюда. Прист, прист, алло. К нам сюда подойди. Твоя метка квадратик, всегда в квадратике стоишь. Всегда стоишь в квадратике и щитуешь, и хилишь орель. Все, подошел в квадратик, все встали в квадратик. Агро, 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 ребят. Деос, у тебя копия же есть. Метеор. Перебежали, 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 перебежал, перебежали. Перебежал, блядь. Ёбаный кнут, нахуй. Да падайте, падайте, конечно. Падайте, падайте. Ладно, поворачивай, в рейд зашли в лужу, нахуй. Прист, ты нас вообще слышишь, нет? Прист, алло. Бля, Дромс, ты чё такой толстый? А, он звук настраивает, я понял. Вон оно чё, мужики, да. А то я думаю-то, блядь, чё он стоит-то? Он звук настраивает. Звук настраивает, конечно, блядь. 30 звук настраивать, нахуй. Ебать на меня квадратиков наставило людей. Лог, заходи. Оставлю, блядь, ласт рыбку. Еще две рыбки есть, но... Давайте еще два трая, ладно. Прист, надо рейд читовать. Жестко прохиливать. Просто метки, слушай, плюс, что там. Тебе говорят. Когда тебе говорят, перебежали под пузом, перебегаешь под босса в свету. Потом заходишь во тьму.
Во тьме тебе надо просто двигаться все время в метке. Стоять в метке, двигаться в метке и хилить метку, которая вешает босс на цель. Диспелит там во тьме я. Я подиспелю лишь шаман. Шаман. Лучше хай вообще не диспелить. Ты кнопку от диспела убрал нахуй вообще. Как перешли черту. Если поели, попили. Спать уложили. Сейчас шаман нарисует. Каску, каску, каску пал. Короче, погнали. Он был рисован. О, блядь. Хуяси 100 секунд, блядь. Чтоб все припоты купили. Один хуй закончились уже, блядь. Квадратик остаешь, пожалуйста. Сейчас метка кинулась на квадратик. Увидел, что просто раз метка делала. Выносится к барьеру, к краю барьера, под хвост. Куда? В сторону хвоста, Халиона. Вот приметки сейчас, если появится, понесете под хвост. Не появится, будем перебегать. Приготовились перебегать. Метеор падает, перебежали. Перебежали. Рист. Просто дабл и кнопочку нажал. Добежал, стал в квадратик. Смотрим, лужа, сместился в квадратик. Ну, все понял, принял. 5 секунд, полет нормальный. Дром слышал. Бежал. К барьеру подальше. Не спали. Так, метеор падает. Метеор будет, перебежали. Квадратиком. Дром зашел. Смотрим, как лужа льется. Со стороны совы заходим. Заходим, становимся в ромбик или квадратик. Квадратик, сова, ромбик, метка на земле. Смотрим, сейчас будет кидаться метка, велизар к стенке просто. Прохиливаем его. 10 секунд лезвия. Смотрим, все в квадратик, стали строго в квадратик, стали, вот так двигаемся по чуть-чуть. Кто-то в центре буксует. Маг, Деус буксует в центре. Прохиливаем танкер. Поздравляю, мужики, мы не умерли на метке. Нормально, первое лезвие пережили. Прохиливаем. Франк, смотри, чтобы тебя не посекло только. Смотрим, сейчас будет лезвие, 5 секунд. В квадратике двигаемся. Двигаемся. Ну, прогрессируем, ёбаные мужики. Все квадратик стали, и следующее лезвие будем стартовать из квадратика, и дальше по чуть-чуть двигаться. Это по кейтам, блядь. Велитазар вынес лог. Исправляется. Метка, аккуратно. Смотрим лезвие сейчас. Не лезем в лезвие. Мы же пробежали, кастанули. Все, смотрим, сейчас будет выходить. Смотрим, где порталы появились. Приготовились, под хвост вышли. Первая пати под хвост вышла. О, вышел. Рога вышел. А, Дыхание нахуй, да? Дыхание, да. Что там, у вас вайп или что? Да нет, только я сдох. А, то есть у нас минус один тогда всю ту, да? Сейчас. Минус два. Я выйду, тогда свет продолжается точно так же. Блять. Ты, сука, ебаная, конечно. Нахуй. Сейчас я введу свет, тьма тогда без меня продолжается. Да ты, сука, ты! Если БР есть... Танк перебежал, блядь. Блядь. Упали. Да. А чё тьма упала-то? Что случилось? Танк шутнул в свету. Танк в лезвие. А, танк в лезвие. А, там ещё и танк в лезвие, ясно. Короче, мы танк... как котятки, нахуй, нихуя никто не видит, не понимает. Танк свету. Если на тебя кидается метеор,
Ты просто да. перемещаешься под хвост босса. Да, я только понял. Только так, чтобы дыхание не дунуло и не чуванул. Заслакал Соли. Я забыл, что он здесь может на танка на третьей фазе падать. Так, да он в обычке... Чинись. Ебать там тебе пробивало нахуй, конечно. Во тьме или в свету? В свету, блядь. Ну, только и во тьме не меньше охуяли. Тебе починились? Все починились? Сейчас они... Да. Там надо притормозить немножко, потому что материальность растет, урон по танку растет. Все. А у нас материальность сейчас хуйня была, потому что у нас минус 2 ДД в свету был. Свету только один был. Так, мажоры, рыба есть? Есть. Ну, смотрите, типа, сейчас раз никто не вылетает и никто не умирает от дыхания, смотри, лови босса, сейчас я тебе покажу, как. Скорее всего... будет там мордой на в кружочек его. Мордой лови в кружочек, в общем. Это стой в кружочке, в свету, да. Хорошо. На третьей фазе. Да, понял. Типа, сейчас посмотрим, как мы переводим. Там оно меняется каждый раз. Сколько у нас ДПСа будет. Сейчас посмотрим. Если у нас ДПСа будет так, что рейд будет выходить со стороны кружочка, следи за порталами. Где у тебя появились порталы? Порталы должны появиться у тебя за спиной и у хвосты Халиона. Если они появились так, то во тьме они будут на 90 градусов от тебя появляться. То есть самое важное, чтобы ты вначале мордой Халиона в портал поставил. В самом начале фазы. Потом они съебутся от тебя на 90 градусов и будут по кругу путешествовать. Но это уже похуй. Самое важное, чтобы вначале мордой Халион стоял в портал. Если он не стоит мордой в портал, значит доворачивай мордой в портал. И холипал, следи за этим. Получается, на третьей фазе, ну, когда переходка со второй на третью фазу, когда появляется портал, я должен затаунтить босса и встать так, чтобы портал был у меня за спиной, да? Да. Хорошо, понял. Чтобы не шотнуло тех, кто выходил. И дефы оставляй на момент, когда у босса будет 70%. Когда материальность будет 70%. До этого дефы старайся особо не нажимать, все ставим в квадратике. Ну, приз, в принципе, справляется. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы на него метка не кидалась. Шаман, под хвост. Перебежали, рейд. Сам себя здесь палишь. Не умри там. Смотрим, как лужа льется. Правее стали. А лужа может... Да, все нормально. Шаман, красавчик. Убиваем, причем очень легко. Велизар, назад вниз. Где стол? Приготовили, сейчас будет метеор. Рано, перебежали. Смотрим. Танк готовься, танк зашел. Рейд зашел. А рейд перешел в ромбик. Стоит в метке квадратика. Немножко сместить сейчас. Танк назад вниз. Диспел. Сам себя нужно диспелить. Рейд чуть-чуть назад. Вот так в квадратике стоим сейчас. И будем двигаться. Лезвия пошли. Двигаемся. Все хорошо. Вот они. Чуть задержались. Ганг вышел. По ходу лезвия, по спирали бежишь. Не в лезвие. Танка не уроните, ганг вы не уроните. Блин, юзай, я помогаю как. Танк вынес. Да ёбаный рот. Наперед так не выноси. Ну, блядь. Двигаемся. Ну, я вообще до этого
перед лезвием стоял, я хз, почему оно это... На месте осталось, типа? Смотрим, сейчас такая... Ой, паладин сейчас будет выходить, все тупо появится, лови. Выходим рядом. Выходим рядом, выходим рядом, выходим рядом. Блять, прям очень метко повесилось. Сука, сука. Умерли или выжили? Блять, я умер. Танк умер, да? Ну, вайп, вайп. Зашли в лезвие. Зашли такие в лезвие. Нюансы, знаешь, которые на циркуле, блядь, разбирали годами, нах. Да, да, да. То есть, если метка не успели выйти сразу, то пизда. Метки во тьме, ну, выносятся три вида меток. Первое, нету лезвия назад 90 градусов. Закончились лезвия назад 90 градусов. И вовремя лезвия, ты между двумя шариками бежишь. Вот сейчас было вовремя лезвия, ты побежал наперед, а надо было пропустить шарик, еще такую хуйню говорили. И вот между вот этими двумя шариками. То есть бежать за шариком... Да, я понял. Но еще у шарика пульсация 15 метров. Он бьет так же, как лезвие, то есть шотает. Надо еще от него раньше держать, за которым ты бежишь. Ты сейчас сам себе поднастрал прошлой меткой, ты вынесел слишком наперед. Типа метки обычно оставляют чуть позади. Если лезвие заканчивается, позади выносит. Ты сейчас вот, ты мог спокойно вынести, если бы было место куда. Ну, в принципе, еще фишка есть смотреть на проценты босса и на 52 где-то стопнуть и перевести после метки, чтобы вот такой залупы не было, чтобы люди вышли спокойно, потому что когда ты нажимаешь на портал и на тебе метка, она автоматически диспелится. Кидывается, да? Да, да. Блять, у нас минус танк. Сука, ну ведь мы могли сейчас убить. Только чуть-чуть, блядь, приближаемся к победе, все, нахуй. Я вообще не должен был тут находиться, я должен был спать, нахуй. Он вон зашел. Обидно. Обидно, когда вот, ну, действительно... Макс, ты еще тут? Давай, Last Try. Действительно, хуйня до победы, блядь. Он остается все-таки. До пяти посижу. Да, победный трай. Тот самый, да-да-да. Победный Last Try. Поставьте рыбалку есть, пожалуйста. А уже нету. Все. У меня тоже закончилось. Я уже 5 рыбок сюда спустил. Последняя рыба от шамана. Да. Эй, все красиво сейчас делать, просто без хуйни. Алкасочку закинешь. Давай, раз этот красивый трай будет, то ТСС кому-то ебанем. Уже поставили ТСС. Ну, сейчас. Все готово. Квадратики велики тоже. Понимаете, в квадратике. Пробурстились и назад в квадратики пошли. У нас никто не умирал. Падение метеора. Вот, ждем. Перебежали. Побежали. Я сам все здесь пойду. А, левее перебежали, левее. В огне не стоим, ребят. И под дыханием, блин. Пока метку наношу, парни тут не стоим. К барьеру. Три, два, один. Хорошо. Уебать его, Сайк. Так, сейчас метеор будет. Медиор перебежали. Смотрим, как лужа разливается аккуратно. ДК нажал, зашел. Рейд заходит. Рейд заходит, рейд становится в ромбик. Мордиген, рога вышел. Диспорт.
Обычно первая выносится под хвост ближе к хвосту. Так и больше не растите. Сейчас будет лезвие после следующих шариков. Вот и 5 секунд лезвие. 3, 2, 1. И мы, блядь, лезвие нахуй. И мы стояли ровно в старой метке в ромбике, так же, как и в прошлый раз, нахуй. Че-то хуйня какая-то сейчас была, блядь. Я хуй его знает. Мы все откладываем до вечера. Нет, в пизду, давайте до вечера. Я где-то часов рыба, 6-7. Рыба стоит, ластрайт. А, ну, ластрайт, да. Рыбу уже нельзя ставить, парни. Бля, ну раз рыба стоит... ДК, короля, я поставлю хуй. ДК, извини, брат. Это мы ДПС тестили, на самом деле. Это не вайп, технический вайп. Крис, дай баф, пожалуйста. Каски. Эти кресты. Надо убить, блять, видос записать. А что-то так и не спалил. Мы же до третьей доходили, да? Да. Там материальности, вот, блядь, не заметил, нахуй. Да, там не до материальности. Кто не понял, что ластрай. Да. Так, без фанатизма, Деос. Квадратик, пожалуйста. Милики тоже. Смотрим, сейчас будет первая меточка, выносим под хвост. Меточки. Шаманчик под хвост. Приготовили. Падение метеора. Перебежали. Смотрим, как лужа разливается. Лужа разливается. Чуть-чуть правее. Встаньте. Стоим на месте. Маги свои метеоры закидывают внутрь. Назад, Дромс. Так, будет еще одна потеря метеора. Перебежали. Нет, стоим на месте. ДК зашел. Рейд заходит. Сейчас будем корректировать, тогда буду по факту корректировать. Диспо. Пять секунд лезвия, квадратик, все в квадратик сдвинулись. ДК, тебя посечет нахуй сейчас. Он уже все, он уснул нахуй. Ну спать, наверное, нахуй. Ну да. Тогда переносим на сколько? На 7 вечера по Москве. Ну, насчет 7 вечера я ошибся, потому что завтра у меня РТ, я забыл про это. Так. Ну, может, 23.00? 23.00 может. По Москве? Да. Там без... Окей, тогда... Я в любом случае в сети меня рога выцепят. Да. Окей, ну просто... Ну тогда здесь все на сервере остаетесь, не ливайте серва, я 23 где-то дам анонс. Давайте, удачи. Да. Спасибо. Окей. За... Завтра убьем 100%. Да, босс хуйня на самом деле. Типа